Бабушка, вопрос 1199. Ваша Потеряевку сделали известной всему миру через фильмы. И эту известность ей добавляют публикации центральных газет и радиопередачи, и телевидение из Москвы. Известно, что вас не пьют, не курят, не воруют, не матерятся. Как многие хотели бы жить в такой среде? А почему она у вас не растет? Так и остановилась на 16 домах. Может, вы исчерпали сами себя, и Бог уже не благословляет вас? Вы не задумывались над этим? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У людей неверное понятие благословения, об угодности Богу. Если вы читаете Библию, то должны согласиться, что Бог на множество совершенно не смотрит. Ему нужно сердце, любящее его, и люди, ходящие по его заповедям. Сирахов 16:3. Лучше один праведник, нежели 1000 грешников. 8 человек в новом ковчеге были дороже целого мира. Евреям 11:37. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Мы как будто специально, умышленно, своим усталом не допускаем людей к себе. В нем говорится о послушании священнику, о внешней форме одежды, о запрете бриться. Примерно на 750 заявок, поступивших к нам с просьбой на разрешение поселиться у нас, мы находим одного человека, соответствующего нашим требованиям. Нужно учитывать, что каждый новопоселенец должен сам своими силами на свои средства построить дом, подсобное помещение, развести скотину, птицу, завести технику, засеять поле и огород. Средства нужны немалые, хотя бы 1150-200. Вот что является основным препятствием – безверие и нищета. И плюс к тому местные власти, всячески препятствующие выделению земли для покосов и пастбищ. Даже по расчетам алтайского гипрозема удовлетворение в покосах на тот скот, какой уже имеется в Потеряевке, составляет 5,7%. Остальные 94,3% мы должны искать на стороне, завозить из других районов. Какая же это перспектива развития? Вот два документа по этому вопросу. Администрация Алтайского края, индекс 656-035, город Барнаул 35, проспект Ленина 59, телефон 226115, 24 мая 2000 года, номер L-4301-14. Главе администрации Мамонтовского района Метелеву Петру Федоровичу. Уважаемый Петр Федорович, в администрацию края в очередной раз поступила жалоба от Лапкина Игнатия Тихоновича по поводу вашего отказа выделения земельного участка под сенокошение. Администрация края поручает вам решить вопрос о выделении сенокосов жителям села Потеряевка. При необходимости дефицит сенокосов покрыт за счет фонда перераспределения района путем создания на пашне культурных сеянных сенокосов с дальнейшим перераспределением испрашиваемого участка между жителями села Корчино и села Потеряевка. При необходимости произвести расчет потребности семян многолетних трав и данные представить в администрацию края. Первый заместитель главы администрации края А.А. Куфаев. Подпись исполнителя Кожанов В.Н. Телефон 381360. Подпись. Федеральная служба земельного кадастра России. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края. Почтовый индекс 656002. Город Барнаул. Улица Воровского. 163. Телефон 249534. От 25 июня 2002 года. Номер 01-08-32. Главе администрации Мамонтовского района Метелеву Петру Федоровичу. Уважаемый Петр Федорович, в очередной раз в адрес главы администрации края, прокуратуры края и Комзема по Алтайскому краю поступило заявление от старости поселка Потеряевка
о предоставлении земель для сенокошения и выпаса скота жителей поселка. Прошу вас при участии районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству еще раз вернуться к рассмотрению данного вопроса и изыскать возможность предоставления и спрашиваемых земель. Руководитель комитета В.И. Бивалькевич. Подпись. Исполнитель Кожанов. Получили ответ из прокуратуры района. В этом ответе на 4 страницах нам пытаются доказать, что у нас скот обеспечен на 700 с гаком процентов. Я позвонил прокурору района Риферду Юрию Николаевичу. Человек не злой. Он дал нам дельный совет. У вас же скотина с голоду еще не дохнет. Я покупал себе бычка и для откорма покупал на стороне сена. Разве вы не можете сделать так же? Итак, 11 лет позади. Мы полностью заблокированы такими, в кавычках, добрыми, в кавычках, конструктивными бумажками. А напротив всего лучший глава района администрации, в кавычках, а Петька слушает, доест, кавычки закрытые, по басне Крылова, бумажки краевого начальства и нас. Приезжающие к нам люди, видя это, разводят руками, ибо новопоселенцам нет ни одного гектара покосов. Мы молимся все эти годы об умягчении сердец начальствующих. Последнюю нашу дружескую встречу прокурор края Пороскун Юрий Федорович, необыкновенно расположенный к нам и нашим делам, улыбнулся и спросил: «А что, районному прокурору Риферду не доверяете? Сразу сюда пришли». Я погладил Юрия Федоровича по руке и сказал: «Ваш подчиненный Юрий Николаевич сидит в своем доме, на своем месте, и ради чего он будет искать всем этим, ради каких-то, в кавычках, попов, как нас называют в районе. Мы и так благодарны по сей день Риферду, что он ничем не допекает нас, а как бы на тормозах все спускает». Прокурору Мамонтовского района Риферду Юрию Николаевичу. Копии. Прокурору Алтайского края Пороскуну Юрию Федоровичу, председателю комитета по земельным ресурсам Алтайского края Бивалькевичу В.И. Главе администрации Алтайского края Сурикову А.А., главе администрации Мамонтовского района Метелеву Петру Федоровичу. Заявление. Прошло более 10 лет, как было принято решение восстановить поселок Потеряевка. Алтайский краевой совет народных депутатов от 23 марта 1992 года, номер 47, Суриков А.А. И все эти 10 лет мы ежегодно просим все органы власти обратить внимание на нас и решить положительно вопрос о восстановлении поселка. Мы обратились в прокуратуру края, надеясь, что придет дядя прокурор и на месте посмотрит, как идет удушение поселка в самом его зародыше. Не может же прокурор не слышать, что столько просит к нему на стол от этого поселения. Да надо же взглянуть, почему вопль не прекращается. Действительно ли так, как пишут о поселке Чинуши в своих отписках? Но мы обманулись в очередной раз, и дядя прокурор Юрий Николаевич Рифер 28 июня 2002 года номер 97-Ж-02 также сделал отписку с циферью, кем-то ему предоставлены, и как будто им сделана, работа сделана, есть что доложить вышестоящему начальству. И расчеты взял господин Рифер Юрий Николаевич на урожайность травы, какой никогда не было отродясь в здешних местах. Это, по-видимому, вы посчитали с тем расчетом, что у нас заливные поливные луга, и можно убирать по 3 укоса за лето. Вы установили перспективу развития до 24 дворов и держать только по 2 головы КРС и овец на двор. Ну, прямо как в хрущевское времечко. Советуете нам облагородить солончаки? Этого пока еще во всем мире никто не научился делать. Высушить болота и лага, и вот тогда где будет обеспечение на 300% с лишним сеном. Над нами еще никогда так глумливо не насмехался за все 10 лет. Над нами еще никто так глумливо не насмехался за все 10 лет, как вы, господин Риферт. Вы установили и норму огородов 15 соток, а если 0,65 гектара, то на остальной площади вроде бы можно пасти скот и считаете обеспеченность землей на 378%. Не забывайте, что Россия переживала и не такое смутное самодурство, как хрущевское. Переживет и это. Вам Бог дал шанс сделать добро по правде, а вы смеетесь над нами.
Прокуроров, таких как вы, на одном Алтае больше полусотни, пожалуй, а Потеряевка одна на всю Россию. Разве вам не интересно было бы помочь такому уникальному оазису, где нет ни матов, ни воровства, ни курева, ни пьянки? Давно ли нам разрешали только по 10 соток огород иметь, одну корову, две овцы и 10 куриц на двор и догоняли Америку? На сегодняшний день поселке Потеряевка проживает 48 человек. Скотина здесь уже 52, КРС, 80 овец, 5 лошадей. На это поголовье скота по расчетам Краевого земельного комитета требуется 107 гектар пастбищ и 110 гектар сенокосов. Эти цифры взяты из расчетов Краевого земельного комитета, сделанных для Потеряевки на КРС. 200 голов, лошадей 30 голов, овец 200 голов. И требуется под пастбище 428 га, под покосы 442,5 гектара. Мы сегодня делим все это на 4. У нас скотины пока в 4 раза меньше. Значит, и сено потребуется пока в 4 раза меньше. Подпись Кожанов В.Н. У нас же по акту районной комиссии 23 декабря 1998 года 3 печати и подписи Метелева, Назарова, Подкорытовой, Рязанова, Кулибы, сенокосов всего 7,8 гектар, пастбищ 164. То есть сенокосами обеспечены мы менее чем на 8%. Да ведь и те гектары, которые якобы являются пастбищами и сенокосами по вашей отписке, входят 2 гектара кладбищ, 1,5 гектара бугры и ямы от старых колхозных рик и складов, 6,6 гектара кустарник старых садов колхозных, 20 гектар колки и рощи, 2 гектара силосной ямы, 2 гектара пруды, 2 гектара дорога, бывшая трасса и 117 гектар топки лог в виде пистолета, вытянутый как месть Назарова СГ, изгнанного за неблагоугодные дела. В эту топ нельзя загнать скот или птицу, тем более сено косить. 3 гектара фундаменты бывших коровников и свинарников колхозных. Под застройкой уже сейчас 34 гектара. Итого 194 гектара, которых и нельзя использовать как пастбище и сенокосы. И из всех 284,8 гектара остается на пастбище и сенокосы всего 90 гектар. Но из них большая часть солнчаки, и это все, что есть у нас на сегодняшний день. Но ведь у поселка должна же быть и перспектива развития. И вы кощунственно пишете, что обеспеченность поселка землями составляет 378%. Конфликтные ситуации с жителями села Корчино возникают уже сегодня. Администрация села Корчино, руководство СПК Корчинский, выдает участки под сенокосы жителям села Корчино на самой территории поселка. Прямо на территории поселка. Такого чуда вам нигде в мире не найти. Сейчас везут сено через всю деревню с обратной стороны поселка, со стороны Ребрихи. Тоже все под корень отдано Корчинским. А по-вашему, нам нечего беспокоиться, сегодня же нет того, чтобы с вилами друг на друга шли. Но безответственность районного руководства и бездействие прокуратуры толкают подобную ситуацию уже 10 лет. Только Господь нас еще сохраняет от безумства жителей села Корчино, но угрозы их постоянно слышатся от них. Даже скошенное сено они увозят от нас, а ведь все это можно было разрешить безболезненно. Мы обратились к вам за помощью, надеясь, что вы по закону и по совести разберетесь. А вы просто списали лживые цифры, которые кто-то когда-то составил, и думаете, что сделали большое дело. Все эти цифры дутые, могли бы и не писать, потому что вы сами их перечеркиваете словами. Выделение прилегающих земельных массивов для расширения земельных угодий поселка Потеряевка невозможно ввиду нахождения данных земель в коллективно-долевой собственности членов СПК Корчинский, СПК Ермачихинский, СПК Кадниковский. А ведь на момент деления земли в 1992 году умышленно не был включен поселок Потеряевка, хотя постановление о его восстановлении было уже принято на краевом уровне, пункт 2. Обязать начальников отделов и управлений, комитетов администрации края, председателя Мамонтовского районного совета народных депутатов провести соответствующие мероприятия, связанные с изменением административно-территориального устройства края А.А. Суриков. Вам не нужно было списывать те лживые циферки, а только посмотреть и разобраться, почему же нарушен закон. И кто нарушил его в то время, как его исполнил 23 марта
98 года, номер 101/41-19, ЗАПСИП НИИ ГИПРОЗЕМ подтвердил, что на момент проведения работ перераспределения земель бывшей поселок Потеряевка отсутствовал в учете земель и в предоставленной справке о населенных пунктах на территории Корчинского сельсовета. Вопрос о выделении земель для возрождения села в то время не возникал. 1992 года лета. Решение администрации района 1991 года по выделению земель на площади 170 гектар для возрождения села Потеряевка. Внутрихозяйственная комиссия по реорганизации и приватизации хозяйства, Корчинская сельская администрация, районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству к исполнению не приняли. Директор предприятия Д.Е. Викулов. Телефон 23-23-01. В этом ваша кровная обязанность. За это вы и деньги от государства получаете, и вас зовут государевым оком, а не шпаргальщиком. Вы не поддакиваете районному начальству, все они и вы преемные. А дело Божие вечно. Кто нарушил закон, когда земли делили на долевую собственность? Почему не учли существование поселка Потеряевка? И если сделали это в нарушении закона, то сейчас нужно бы отменить это то постановление и произвести разделение земли с учетом поселка Потеряевка. Вопрос о восстановлении плотины, разрушенной директором Мануиловым А.С. осенью 95 года, а не весной, как вы пишете, был решен положительно на всех уровнях еще зимой 96 года. Что плотину восстановят весной 96 года, на то есть гарантийные письма от Мануилова А.С., Метелева П.Ф., Кулебы В.Ф. и от руководства районного значения. За это время один раз нас вызывали в суд Мамонтова на собеседование, где судья повела дело так, что мы как бы оказались виновными в том, что живем там. От нас попросили доказательств, что плотина там была, что дорога была там, и называется ли она трасса или просто дорога. А в конце концов, может, ее, говорит судья, и объехать по другому месту. О том, чтобы восстанавливать плотину, речь даже не велась, более повесток в суд и не было. А относительно порубки колков пишите, что не было конкретных жалоб на тех, кто рубит. Да мы знаем, что колки вырубаются, и видели у рубщиков выписку из совхоза на заготовку дров в потеряевских колках. Но не можем же мы быть доносчиками на людей, которые под зарплату выписали дрова. Мы еще раз просим, колки эти должны быть сохранены, а это возможно только в одном случае, если у них будет единственное законное хозяева, жители поселка Потеряевка, как и были они хозяевами их с 1818 года. Эти колки рощи должны быть оставлены для потомков, для корчинцев. Они что есть, что их нет. Они живут от колков за 15 километров. А мы в 100 метрах от этих колков. Староста деревенской общины поселка Потеряевка, Барабаш Игорь Александрович. Почтовый индекс 658-551, Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Телефон 8-213-22-022. 1 августа 2002 года. В Мамонтовский районный суд от жителей поселка Потеряевка. Заявление. Мы получили от вас повестку в суд на 2 августа 2002 года. Прокурор района Рифер Ю.Н. 21 июля 2002 года за номером 97-Ж-02 пишет в исковом заявлении в Мамонтовский суд. Обязать руководителя СПК Корчинская Мамонтовского района восстановить плотину пруда, соединяющую дорожное полотно села Корчино с поселком Потеряевка Мамонтовского района. Статья 41 ГПК РФ, статья 27 Конституции Российской Федерации, статья 12 ГК РФ и руководствуясь статьей 27 ФЗ о прокуратуре Российской Федерации. Вот только часть тех документов, которые подтверждают абсолютную лживость руководства СПК Корчинский, что они столько людям обещали восстановить трассу, разрушенную ими же, но так ничего и не сделали и не думают делать уже 7 лет. Первое. По заявлению главы администрации Мамонтовского района Метелева Петра Федоровича, в первом полугодии 96 года вопрос восстановления дороги будет решен силами местной администрации и хозяйства района, в чьей собственности находится земля. Начальник контрольно-организационного управления администрации края,
Г.П. Классин, полномочному представителю президента Российской Федерации в Алтайском крае Н.М. Шубе. Второе. В ходе рассмотрения фактов, изложенных в жалобе представителю коллективного предприятия Корчинска Мануилову А.С., дано указание восстановить дорогу от поселка Потеряевка до села Корчина. Учитывая отсутствие специальной техники в предприятии, а также сложность восстановления дороги в зимний период, следует согласиться, что нарушена дорога будет восстановлена СПК Корчинская в мае 96 года НГ Гусев. Администрации края от комитета жилищно-коммунального и газового хозяйства 25 января 96 года номер Л-43 администрации Алтайского края 19 февраля 96 года номер 100. Внимательно ознакомившись с очередной жалобой номер Л-74-14 от 11 января 96 года гражданина Лапкина Игнатия Тихоновича, жителя города Барнаула, изучив ее суть с выездом на место, довожу до сведения, что изложенные факты по поводу нарушения дорожного полотна, связывающего село Потеряевка, село Кочно, подтвердились, вследствие чего администрация района принят соответствующие меры, направленные на восстановление нарушенного участка дорожного полотна, ремонт которого будет завершен в весенний период силами и средствами СПК Корчинский. В настоящее время вышеуказанные работы выполниться не могут в связи с природно-климатическими условиями. Петр Федорович Метелев. Четвертое. Комитет по земельным ресурсам Алтайского края от 22 января 96 года номер 01-08-01. Ваше заявление, направленное в комитет по земельным ресурсам и землеустройству края, рассмотрено с выездом в Мамонтовский район. В ходе проверки фактов, изложенных в жалобе, достигнут договоренность с руководством коллективного предприятия Корчинская администрация района села Корчина о положительном решении поставленных вами вопросов. Нарушенная дорога, соединяющая поселок Потеряевка с райцентром, будет восстановлена весной 96 года. Копии гарантированных писем председателя СПК Корчинская А.С. Мануилова и главы администрации села Корчина В.Ф. Кулюбы в адрес жителей поселка Потеряевка прилагаются. Первый зам председателя комитета В.Н. Сарыкин. Пятое. Гарантийное письмо жителям поселка Потеряевка 17 января 96 года. Коллективное предприятие Корчинское Мамонтовского района Алтайского края обязуется в мае месяце 96 года вложить трубы в раскопанную траншею пруда и запрудить плотину. Председатель А.С. Мануилов. Шестое. 1 декабря 95 года. Номер 33-Ж90.95. Лапкину Игнатию Тихоновичу. Есть еще одна дорога для поездки в село Урывки через Подстепновскую бригаду. Два раза длиннее обычной. Игла. И о прокурора Мамонтовского района юрист первого класса Н.К. Гриднева. Скольких людей сумели обмануть подписант этих документов Метелев и Мануилов. И нет с них спроса уже 7 лет. И так и будет продолжаться. Просим суд нас больше не вызывать, рассматривать дело в наше отсутствие, но запрудить прорытую ими по их злобе траншею. Прорыв теперь составляет по верху траншеи ширина 10 метров. По низу полотна 10 метров и глубиной до 5 метров. Нам добираться до Мамонтова труднее, чем до Барнаула. Если вопрос не можете решить в Мамонтовском суде, уведомите нас о том письменно. Мы вынуждены будем обратиться с этими документами в краевой суд. Но возьмите на контроль это дело, чтобы обязательно запруда была произведена при нашем присутствии. Просто так верить Гладышеву ВГ, директору Корчина, никак нельзя. Ибо они все делают абы как и во вред, лишь бы в кавычках отмазаться. И чтобы обязательно были вложены две трубы диаметром не менее 70 сантиметров. Это сверхобязательно. Ибо иначе весной прорвет водой и унесет трубы. Перед укладкой труб, чтобы произведена была хорошая утрамбовка грунта под трубой. Просим отнестись к этому очень серьезно, по-человечески, по-божески, по совести. Вот этого-то и не было прошедших томительных 7 лет. Сейчас работы вести удобно, уже и лето. Седьмое проходит, и нет Мануйлова и Кулебы, староста деревенской общины поселка Потеряевка, Барабаш Игорь Александрович, телефон 22022, 28 июля 2002 года. Молясь Богу, мы верим, что в свое время Господь как-то устроит все по благу душ наших.
И вообще, а вообще-то, если говорить по большому счету, то есть с позиции вечности, мы же ничего толком не знаем, нужна ли эта потеряевка, нужны ли мы здесь, нужно ли ей увеличиться за счет прибавки земель и жителей. А не случится ли так, что начнется застраиваться улица по неоконченному еще генплану, и обстановка сделается неуправляемой, приедут люди иного настроя и духа. И как мы будем жалеть, да для чего же мы всего этого добивались? А теперь пришла такая беда. Доверие Богу, вот что сохраняет нас и защищает. Да будет воля Его святая над нами во всем.